Кинологом Андрей Кочкин хотел стать с детства. Он считает, это не профессия, а настоящее призвание. Несколько обучающих курсов сделали мечту реальностью. 7 лет он трудится в кинологической службе управления Росгвардии по Владимирской области. 4 года вместе со своим хозяином на боевом посту – бельгийская овчарка Джинни. Между хозяином и его питомцем – полное взаимопонимание. Сидеть. Голос. Джинни. Голос. Держи. Такое послушание – результат долгих тренировок и психологической подготовки. Чтобы тандем кинолога и его питомца получился успешным, они должны быть похожи по характеру. Андрей взял Джинни из питомника под Нижним Новгородом и сам обучил специальности минно-розыскная собака. Основная задача такой собаки – поиск взрывчатых веществ. Недавно хозяин и его питомец побывали на учебных сборах, где Джинни в очередной раз подтвердила свою квалификацию. Периодически они участвуют в соревнованиях кинологов и всегда оказываются в тройке лидеров. Андрей говорит, таких результатов удается достичь благодаря хорошему характеру Джинни. По характеру она, как и должна быть, минно-розыскная собака, подготовленная для работы с людьми и с их имуществом. Добрая, без нецелевой агрессии, активная, очень любит играть. Больше всего любит, конечно, детей. У Марины Волковой любовь к собакам тоже переросла в главное дело жизни. Вот уже 3 года она руководит региональной общественной организацией «Кинологический клуб «Кольт». Клуб существует как некоммерческая организация и содержится на средства благотворительных целевых взносов. В прошлом году у организации появился свой зал. Здесь собак стригут и готовят четвероногих питомцев к выставкам. Также в клубе есть профессиональный кинолог, который помогает хозяевам с дрессировкой. Первые занятия, естественно, проводятся индивидуально. Вот, то есть как раз на индивидуальных занятиях происходит знакомство кинолога и собаки, также владельца. Вот. В дальнейшем уже, то есть после нескольких индивидуальных занятий, приглашаются на группу собаки и владельца и занимаются уже в группе. Свой профессиональный праздник владимирские кинологи отмечают регулярно. Они считают это торжество не только для них, но и для четвероногих друзей. Собаки в этот день по традиции получают вкусные угощения. Светлана Барашкова, Анна Киселева, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант».